Сталин сосед, это почти cooking show. Меня зовут Сима. Эта серия рецептов посвящена осеннему урожаю, который мы собрали в Алматы, ну не мы, а вообще в принципе, который есть в Алматинской области. В общем, дары природы. Каждый рецепт содержит какой-нибудь классный овощ или фрукт, который растет в Алматы или Алматинской области. Сейчас главный герой этого рецепта — это баклажан. Баклажан местный, казахстанский, который мы купили на Арбуз KZ, производство компании Накагра. Баклажан будем запекать и сделаем из них, к нему будет дополнительно такое что-то вроде омлета. Ну, в общем, это безумно вкусно. И я думаю, детям, которые в восторге сейчас от всего, что связано с азиатской кухней, очень понравится. Поехали. Так, по сути, это омлет с баклажаном. Два яйца взбиваем, сейчас туда добавим. Можно добавить соевый соус, я добавлю соус терияки. Соус терияки бывает с глютеном, бывает без, у меня без глютена. Без глютена тоже можно заказать на Арбуз KZ, там довольно большой выбор. Все, просто яйца взбиваем, как на омлет. Молока ничего добавлять не будем. Так, и сюда добавим где-то пару ложек соус терияки или соевый. Так, баклажанчик надо будет очистить. Супер-супер просто. Ничего не надо было с ним по духовке делать. Вообще холодным он чистится лучше. Но у нас нет терпения. Будем чистить так. Так, баклажан все, вот так он будет выглядеть, и у него оставить хвостик просто для красоты. Сейчас мы его немножко раздербаним, так можно сказать, интересно, ну, в общем. И вот в таком виде отправим его на сковородку, а вот на сковородку масло кхи сейчас и баклажанчик. На арбузе реально все есть, я там даже батат нашла местный. Хотя обычно можно было только на базаре найти какой-нибудь, не знаю, французский что ли. И вообще, все, что мы сегодня заказали, все местное. Мы снимаем? Да, снимаем. Сосед, воспользуйся промокодом SALEMARBUZ, получи скидку на 2000 тенге при заказе от 10 тысяч на Арбуз KZ. И вот сверху вот эта смесь яиц и соевого соуса и кунжут. Так, вот так это все дело получится. Сейчас будем выкладывать. Так, что, пробуем сосед. Вообще, мне кажется, прикольное сочетание соевого соуса, но у меня соус терияки с яйцом, потому что я такое, я похожее в японском ресторане не в Алмате, но пробовала. Угу. Очень прикольно. Очень прикольно, правда? А с боссом сосед.